Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Лэнс Текерей. Английский художник-иллюстратор, известный в частности своими юмористическими спортивными иллюстрациями с участием бильярда и гольфа, а также множеством юмористических открыток. Родился в Дарлингтоне в семье Томаса Текерея и его жены Селины Нейш. Был крещен в англиканской церкви 17 февраля 1867 года. Две старшие сестры были портнихой и модисткой. Его 82-летний дедушка был садовником. Текерей был одним основателем лондонского скетч-клуба. Когда ему было за 30, он провел несколько зим в Египте, написал юмористические зарисовки, которые собрал в работе «The Light Side of Egypt». Текерей нарисовал дизайн более 950 открыток, в основном юмористических, и сделал множество иллюстраций для прессы в Англии. Я пользуюсь переводной Википедией. В начале Первой мировой войны, несмотря на то, что ему было за 40, он записался в добровольцы. Умер в Брайтоне в 1916 году после продолжительной болезни, похоронен на кладбище там же. Был членом Королевского общества британских художников, аналога более известной Королевской академии. Сделал множество юмористических рисунков для британской прессы, например, для сатирического журнала «Punch». Представил английскому обществу и дворянской эпохи зеркало, которое насмешливо освещало их манеры и устаревшие ценности. Одним из его любимых сюжетов был английский сноб. Ну, так вкратце из переводной Википедии о Лэнсе Текерее, английском художнике-иллюстраторе, известном своими юмористическими спортивными иллюстрациями с участием бильярда и гольфа, а также множеством юмористических открыток. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.